Мавен любого в Скайриме может продать или купить. Не удивлюсь, если это она вертит в городе всеми делами. При дворе ей всегда рады. И между нами, я подозреваю, у нее хватает влиятельных друзей в Империи. Советую также не злить ее. У нее на службе достаточно головорезов, которые решают любые проблемы. Мавен Черный Вереск велела, чтобы в медоварне мед тек рекой. Вот этого я и пытаюсь добиться, хоть работают тут сплошь тунеядцы. С тех пор, как я стал заправлять медоварней, дела идут в гору. А чем больше дохода у медоварни, тем больше я богатею. Тебе ясно? Что за безумие? Как ты смеешь меня в таком обвинять? Если пойдут слухи, что я с ней спал, ко мне на медоварне всякое уважение потеряют. Забирай знак, если хочешь. Не стоит он всех этих неприятностей. Ага, это было очень... Даже не думай. Хочешь посмотреть, как Балимун творит чудеса из стали, да? Поразительно. Их, наверное, было очень непросто найти. Тебе удалось спасти мое дело и согреть душу старого кузнеца. Спасибо тебе за это. Возвращайся, когда пожелаешь. Тебе тут всегда рады. Ты замечательный друг. Это дорого стоит. Возвращайся, когда пожелаешь. Тебе тут всегда рад. Переходи мост на свой страх и риск. Путь опасен, а врата не откроются. Тебе не войти. Мой долг — помогать тем, кто ищет мудрости в коллегии. И если мое присутствие поможет отвадить тех, кто хочет причинить нам вред, тем лучше. Более важный вопрос — зачем здесь ты? О, прошу прощения. Почти все, кто приходит сюда, уже что-то знают о коллегии. Это коллегия Винтерхолл. Безопасная гавань для магов Скайрима. Сокровищница мудрости и тайных знаний. Возможно. Но что ты хочешь найти внутри? До встречи. Меня хочется трогать.
Добро пожаловать в коллегию Винтерхолде. Я Фаральда, одна из старших волшебниц. Надеюсь, что путешествие в Винтерхолд было не слишком гадким. Скажу сразу, если ты здесь только для того, чтобы пожаловаться на нас, лучше сразу обращайся к ярлу Винтерхолда. Но если тебе нужно что-то другое, я с радостью помогу тебе. Нас постоянно в чем-то обвиняют. Это ни для кого не секрет. Добрые люди Скайрима предпочитают осуждать все непонятное, а не изучать его. Поэтому нам приходится принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя. О, прошу прощения. Почти все... Это коллегия Винтерхолда. Безопасная гавань для магов Скайрима. Сокровищница мудрости и тайных знаний. Нас постоянно в... Знаешь, я тоже так думаю. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Недавно здесь, да? Я надеялся, что здесь будут и другие норды, но, увы. Большинство просто боится магии. Если ты не можешь прокрутить ее над головой и разбить ею пару черепов, норды не хотят иметь с ней дело. Они думают, что магия для эльфов, для слабых. Только без обид. Ну, все довольно очевидно. Норды вообще не доверяют магии. Начнем с этого. А потом еще кризис Обливиона, который вызвали маги, и нынешние проблемы с талмарцами, эльфами и по совместительству магами. Наконец, не забывая о том, что когда большая часть Винтерхолда обрушилась в море, уцелела только коллегия. Благодатная почва для ненависти. Совсем нет. Это настоящее счастье. Моя семья была убеждена, что если я сюда приду, то подпишу себе смертный приговор, и даже хуже. Мне пришлось годами их уламывать, что моя судьба здесь. Ладно. Это заклинания, которые блокируют магию. Да, конечно. Я просто пытаюсь понять, чем вызвано такое решение. Вы, наверное, привыкли, что Империя склоняется перед каждой вашей прихотью. Но, боюсь, талмарцы не потерпят такого обращения. Вы гость коллегии, и вы находитесь здесь с разрешения Архимага. Надеюсь, вы цените эту возможность. Да, конечно. Моя благодарность Архимагу. Очень хорошо. Тогда позвольте откланяться. Добро пожаловать в коллегию. Опять ученики. Удивительно, в последнее время столько новеньких приходит. Итак, сначала тебе нужна одежда. Носить не обязательно, но может она тебе понравится больше, чем то, что на тебе надето. Я тебе быстро покажу, что у нас есть и где находится, а потом пойдешь на первый урок. Ну что, начнем? Чудесно. Следуй за мной и не отставай. Коллегия Винтерхолда существует в Скайриме на протяжении многих тысяч лет. Ее зал стихий очень знаменит.
Это главное помещение для лекций, практических занятий и общих собраний. Арканиум находится над залом, а еще выше апартаменты Архимага. Формально он заведует коллегией, однако он очень занятой человек, так что ежедневными делами занимаюсь я. А теперь прошу, я покажу тебе общежитие. К сожалению, нам приходится придерживаться строгих процедур допуска. Из-за некоторых проблем с местными нормами мы не ждем настоящего нападения, но быть готовыми к нему никогда не помешает. Наши новички живут здесь, в зале одобрения. Я очень прошу тебя не повышать голос в помещениях, поскольку другие, возможно, в это время работают над исследованиями или сложными экспериментами. Мы поговорим после того, как я покажу тебе территорию. Теперь я покажу, где будешь жить ты. Мы разместим тебя вместе с другими учениками. Скоро ты с ними познакомишься. Здесь ты будешь жить. Вот твоя кровать и стол. Пожалуйста, старайся уважать других. А теперь мы вернемся в зал стихии, где большинство членов коллегии собирается для лекций и практических занятий. Вначале ты будешь учиться у Толвдера. Он один из наших самых уважаемых волшебников. Я не терплю, если с книгами обращаются неаккуратно. Ясно? Ты находишься в Арканиуме, и здесь я главный. Это место словно бы мой собственный маленький план Обливиона. Если ты нарушишь порядок в Арканиуме, мои злобные атронахи разорвут тебя на части. А теперь, чем могу быть полезен? На то, чтобы собрать эту коллекцию, ушли сотни лет. И она останется в идеальном состоянии, понятно? Если тебя тянет на приключения, я буду рад, если ты поможешь мне добыть ценные книги из небезопасных мест. Ну, хорошо. Вот, я записал тебе место, в котором, по слухам, находится книга. Сходи туда, но будь осторожнее. Маг хорош настолько, насколько он эрудирован. Я стараюсь предоставить вам как можно больше знаний.
Мы собираем нашу библиотеку со второй эры. С годами книги появлялись и исчезали, но в целом собрание только расширяется. Конечно, если бы не я, большая часть этих книг обратилась бы в пепел или распалась в прах еще до начала третьей эры. Магам нужно постоянно напоминать, чтобы были осторожны с материалами исследований. Только прошу тебя, не забудь помыть руки, прежде чем что-то трогать, хорошо? Правде говоря, да. Ты что-нибудь знаешь о Шалидоре? Очень могущественный маг первой эры. Он достиг несравненного понимания природы магии. Он поселился в Лабиринтиане и посвятил свою жизнь исследованиям. Написал больше трактатов, чем ты можешь себе представить. С тех пор его писания разошлись по Скайриму. Но от них мало проку тем, кто не в состоянии их перевести. Я один из немногих, кто может. Говорят, недавно всплыл еще один его трактат. Если ты сможешь его найти, это принесет пользу всем нам. И что ты будешь с ним делать? Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Или ты просто чей-то мальчик на побегушках? Думаешь, я отдал бы его тебе, даже если бы он у меня и был? Его бы охраняли, как зеницу ока. Величайший вор в мире не смог бы добраться до него. Конечно, я найду тебе все, что мы знаем о них, но это немного. Так что особо не надейся. По большей части это ложь, разбавленная слухами и домыслами. До встречи. Вот, держи. Постарайся ничего на них не пролить. На то, чтобы собрать эту коллекцию, ушли сотни лет. И она останется в идеальном состоянии, понятно? Да, это работа Септимия Сигония. Он величайший знаток природы древних свитков, но... увы. Его уже давно с нами нет. Слишком давно. О, нет. Надеюсь, что нет. Но даже я не видел его много лет, а мы были друзьями. Он увлекся двемерами, ушел на север, сказал, что нашел какой-то старинный артефакт, и с тех пор его никто не видел. Если захочешь его отыскать, ищи в ледяных полях. Если тебе нужна книга, только прошу тебя, не забудь помыть руки, прежде чем что-то трогать, хорошо?
Это ложь. Все ложь. Что бы она тебе ни наговорила, все до последнего слова — ложь. Фаральда, не делай вид, что она ничего тебе не говорила. Я ее знаю. Я знаю, что она задумала. Что мы с ней не поделили? Это она со мной что-то не поделила. Она просто чувствует свою неполноценность по сравнению со мной. По сравнению с моим магическим талантом, моей элегантностью и осанкой, моей непревзойденной красотой. Но ей до меня не добраться, о нет. Я ей этого не позволю. Этого-то она и хочет. Пытается поколебать мою уверенность в себе, заставить меня сомневаться. Это не сработает, точно говорю. До встречи. Думаю, коллеги готовы к смене лидера. И если ты проводишь эксперименты, пожалуйста, убирай за собой. Я думаю о множестве важных вещей. И тебя среди них нет. Еще один ученик. Ты из тех, кто верит, что сможет изменить мир? Или твои запросы не идут дальше честолюбия? Уверяю вас, я буду наблюдать за вами. За всеми вами. Очень и очень внимательно. Мы с твоим начальством просто обсуждали уровень моего доступа к делам коллегии. Что ж, возможно, поэтому ты тут всего лишь в ранге ученика. Тебе об этом не нужно беспокоиться. Я вполне способен проследить за всем, что здесь происходит. Я советник Архимага. Талмар желает наладить сотрудничество с вашей коллегией. Я всегда готов помочь Архимагу, если ему требуется совет. Теперь, когда в отношениях между Доминионом и Империей наступил период стабильности, мы хотим лишь добра Скайриму. Мы хотим помочь его жителям преодолеть переходный период, указать им путь к лучшему будущему. Я всегда готов помочь Архимагу, если ему требуется совет. Я думаю о множестве важных вещей. И тебя среди них. Добро пожаловать. Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, как я уже сказал, прежде всего, нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. И уничтожит! Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Ну вот как? Видите, он тоже согласен. Почему вы нам что-нибудь не покажете? Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание, и мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо?
Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомы заклятия обереги? Для того и нужен этот урок. Самое время попробовать. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Поддерживать заклинание, иначе оно не сработает. Я не хочу причинить тебе вред. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Стой смирно. Великолепно. Что ж, думаю, это отличное начало. Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству с некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллегия проводит интересные раскопки в руинах Саартала неподалеку. Это великолепная возможность для обучения. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. На этом все. Всем спасибо. Это всегда так воодушевляет. Видеть, как молодое поколение рвется к знаниям. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Прямо сейчас? Нет. Однако, что ж, я тут кое над чем работал. Хочу улучшить заклинание «Эбонитовая плоть». Я неплохо продвинулся, но есть загвоздка. Думаю, ты сможешь мне помочь. Мне нужна драконья чешуя и необычная чешуя. Как я уже говорил, я достиг успехов в использовании эссенции драконьей чешуи. Но она еще недостаточно мощна. Мои познания в истории Скайрима далеки от совершенства, но я провел некоторые исследования и обнаружил две вещи. Во-первых, есть древние упоминания о чешуе сердца дракона. Судя по тому, что я смог узнать, это именно то, что мне нужно. Ну и во-вторых, существует легенда о кинжале под названием «Клык Кавазейна». Считается, что он так остр, что может срезать отдельные чешуйки с дракона. Тебе потребуется достать кинжал, а затем с его помощью снять несколько чешуек с дракона. Вероятно, с мертвого. Было бы чудесно. Я все подготовлю и буду ждать.
Я так взволнован. Мне нужна не простая драконья чешуя, а чешуя сердца дракона. Конечно, тебе потребуется клык Кавазейна. С его помощью ты сможешь срезать немного чешуи из драконьего сердца, если вдруг наткнешься где-то на дохлого дракона. Мне хватит даже одной чешуйки, чтобы закончить исследование. Боюсь, немного. Его назвали клык Кавазейна в честь дракона, почитаемого одной из сект культа. Говорят, они любили ритуальные жертвоприношения. Так любили, что верховный жрец немало времени провел, оттачивая кинжал, чтобы он всегда был готов к следующей жертве. Пожалуй, не самое светлое пятно в истории Скайрима, верно? Основная особенность оберегов в том, что для их зарядки нужно время. Не слишком много, но нельзя создать оберег, когда в тебя уже летит огненный шар. Кроме того, если вражеское заклинание не разрушит оберег, он перезарядится через несколько секунд. Просто соблюдай осторожность. Создание оберегов требует постоянной концентрации, так что в один момент ты можешь обнаружить, что твои запасы магии полностью иссякли. Ты уже знаешь все, что знаю я. До встречи. Даже не думай. Ты здесь недавно, да? Тебе уже удалось достичь успеха в экспертных заклинаниях школы разрушения? Что, уже? Уже? Ну, Дзарга удивлен. И рад. Теперь у нас настоящее соревнование. Это хорошо. О, да. Дзарга надеется найти реликвии, которые его сделают могучим магом. Лучше всего маленькие штучки, которые влезут в карман и которых никто не хватится. Дзарга уверен в себе не просто так. Магическое искусство, обаяние и сильная воля. Дзарга достигнет успеха, в этом нет сомнения. О, ты ошибаешься. Ты не можешь согласиться со мной по одной единственной причине. Ты проигрываешь мне и не хочешь это признать. Маги всеродили только и думают о политике. Синод и Лига Шепотов слишком заняты защитой своих секретов, чтобы заниматься еще и обучением. Дзарга не слишком рвался именно в Скайрим, но Винтерхолд не вмешивается в политику и занимается именно обучением. Здесь Дзарга станет великим. Доступят твои ноги на теплые пески. Коллеги, норды не доверяют магии и магам. Это серьезно осложняло мое детство. Я знаю, что он из Талмара, и что тут он якобы просто советник. Знаю и то, что по-настоящему никто ему не верит. Так что просто стараюсь не попадаться ему на глаза. До встречи. Дзарга даже не думай. Место, где сможет научиться новому. Пусть даже в сам Обливион. Думаю, коллегия готова к смене лидера. Я не терплю, если с книгами обращаются неаккуратно. Ясно?
Ты ведь считаешь, что восстановление – полноценная школа магии, достойное изучения, верно? Верно? Хорошо, хорошо. Не то, чтобы мне требовалось какое-то подтверждение, а просто некоторые, не буду называть имен, считают по-другому. Когда твои коллеги считают тебя шарлатаном, это серьезно осложняет жизнь. Честно говоря, нет. То есть открыто ничего не происходит. Но я знаю, что за моей спиной ведутся такие разговоры. Когда я вхожу в комнату, все замолкают. Мне отлично известно, что здесь творится. Я не могу этого так оставить. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями. Школа восстановления – полноценная. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Почему материалы моих исследований постоянно пропадают? Ах ты, ворюга остроухий! Школа восстанов... Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями.
Почему материалы моих исследований постоянно пропадают? И снова я нахожу... Погляди! Ладно. Услуги по зачарованию предметов – одна из немногих вещей, что связывает нас с остальным Скайримом. Местные норды не слишком-то нас любят, но, похоже, совсем не против носить зачарованное оружие и доспехи. Ты уже знаешь все, чему я могу научить. Уверен, тебе по плечу самостоятельно все выяснить. А если не можешь, поищи у Урага какую-нибудь книгу на эту тему. Да, пожалуйста. Конечно. У меня есть заказчик. Просит зачаровать какой-то предмет. Можешь доставить его мне, если не сложно. Хорошо, только поспеши, ладно? Это хороший источник дохода для коллегии. Вот имя и адрес клиента. Ладно. Мелкий воришка. Thank you.
Думаю, коллегия готова к смене лидера. Ему нельзя доверять. Он явно что-то замышляет. Понятное дело, тут почти у всех какие-то свои замыслы. Но в его случае это дурно пахнет. Я пока не докопалась до правды, но докопаюсь. Хотя какой красавчик, а? Угу. Прошу, обращайся к Архимагу только в случае крайней необходимости. Если возникнут проблемы, обратись ко мне. Моя работа как раз заключается в том, чтобы все шло гладко. Никто от тебя ничего не ждет. Коллегия служит для того, чтобы свободно изучать и практиковать магию. Мы лишь надеемся, что обо всех открытиях, что ты сделаешь, первыми узнают другие маги коллегии. Тогда мы все окажемся в выигрыше. Ну, это зависит от того, что тебе нужно. Фаральда обучает заклинаниям школы разрушения, а также помогает улучшить уровень владения этой школой магии. Финис – один из лучших колдунов в Скайриме и может помочь заклинаниями школы колдовства. Не позволяй внешнему виду Толфдера обмануть себя. Он признанный мастер школы изменения, один из лучших в Тамриэле. И всегда рад передать свое знание другим. Если тебе удастся отыскать Древиса и привлечь его внимание, он сможет обучить тебя очень многому из сферы иллюзий. Наконец, есть еще Калетта. С ней иногда сложно найти общий язык, но она обладает обширными знаниями школы восстановления. Повседневными делами занимаюсь я. Так что, если ты станешь создавать проблемы, то тебя отправят ко мне. Позволь дать тебе совет. Ты собираешься работать в направлении, которое официально... Но тогда не говори об этом никому. Если же тебе понадобится что-то, чего у тебя официально быть не должно, приходи ко мне. Ну а если ты расскажешь кому-то о том, что я тебе только что посоветовал, я поджарю тебя изнутри. Понятно? Вот и хорошо.
Я не тяну, если с книгами обращаются неаккуратно. На то, чтобы собрать эту коллекцию, различные книги, свитки, ты наверняка найдешь тут много полезного. Бейся славно! Скайрим и Эльсвейр — полная противоположность, но магия... Магия везде одинакова. То, чему ты здесь научишься, будет помогать тебе на протяжении всей жизни, а то и нескольких жизней, если у тебя есть талант. Ты здесь относительно недавно, да? Я видел тебя несколько раз, но мы еще не общались. Сударь? Как старомодно. Я Савос Арен, архимаг коллегии Винтерхолда. С гордостью могу сказать, что здесь преподается и изучается почти любой аспект магических искусств. Но я не потерплю каких-либо исследований или экспериментов, которые могут нанести предумышленный вред другим магам коллегии. Я достаточно ясно выразился? Нет, это редкость. Конечно, иногда нужно идти на риск, но я пытаюсь избегать преждевременных смертей. Кроме того, нам нужно избегать дальнейшего ухудшения отношений со Скайримом. Самые ранние документы, что я видел, датированы концом второй эры. Что было раньше, трудно сказать.
Боюсь, события последних столетий стоили нам значительной части нашей истории. Великий обвал, как его теперь называют. Ужасная природная катастрофа, опустошившая эту местность. Коллеге повезло гораздо больше, чем Винтерхолду, но и нас это событие затронуло. Никто не знает причины. Кто-то полагает, что всему виной извержение Красной горы, проявившее себя таким странным образом годы спустя. Я знаю, что кое-кто обвиняет в катастрофе коллегию. Уверяю тебя, мы не имели к этому никакого отношения. Море призраков как будто ожило. Никто этого не ожидал. Чудовищные волны накатывали на берег неделя за неделей. Винтерхолд был городом древним и хорошо укрепленным, но даже ему было не под силу устоять перед яростью морских волн. За одну ночь в воду погрузилось несколько кварталов. Со временем море успокоилось, но ущерб был слишком велик. Многие жители Винтерхолда покинули то, что осталось от города. А коллегия выстояла и стоит до сих пор. Предназначение? Полагаю, оно очевидно. Магия — могущественная сила, а не пугало для простолюдинов и игрушка для политиков. Магия создает миры, дарует рождение и смерть. Она заслуживает уважения и тщательного изучения. Здесь, в коллегии, мы можем сосредоточиться на постижении магии, не отвлекаясь на трудности повседневной жизни. Теперь прости, мне пора. Убирайся от меня. Почему материалы моих исследований постоянно пропадают? Ладно. То, чему ты здесь наук, будет помогать тебе на протяжении всей жизни, а то и нескольких жизней, если у тебя есть талант.
Боги улыбаются тебе, друг. Ты в драконьем пределе, и так ты хочешь овладеть тайными искусствами. Раз у тебя есть способности, советую посетить коллегию магов в Винтерхолде. Любовь моя, думаю, у тебя было немало приключений. Отлично. Вайтран – премилый городок, и здесь так много детей. Им всем так весело играть вместе. Мы получаем небольшой доход. Вот, это твоя доля, любовь моя. Отлично. Вайтран – премилый городок, и здесь так много детей. Им всем так весело играть вместе. Да, любовь моя? Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Прощай, любовь моя.